камерного оркестра Чувашской государственной филармонии немало друзей. Известные российские музыканты любят приезжать в столицу республики, чтобы сыграть совместные концерты. В одном из них участвовал лауреат международных конкурсов, номинант премии Grammy Awards, альтист Данил Гришин. Классическое искусство живо во все времена. На него не влияют модные течения, периодически появляющиеся в музыке. Альт – самый старший инструмент среди смычковых. Он больше скрипки, голос его глубже и объемнее. Даниил Гришин – альтист почти с 30-летним стажем. За его плечами победы в российских и международных конкурсах. Работа с лучшими ансамблями мира. Но при этом он с удовольствием гастролирует по всей России, а в Чебоксарах он уже во второй раз. Мы разные все. Мы занимаемся просто своим любимым делом. С помощью классической музыки мы зарабатываем себе на жизнь, радуем людей. Вот и все. Мы все разные. Кто-то несколько брутален, кто-то утончен, кто-то тихий, кто-то, наоборот, очень открытый. Кто-то предпочитает слушать дома только джаз. Кто-то вообще не слушает музыку дома, потому что ей так хватает в жизни. Кто-то слушает много рок-музыки. Мы разные. У таких концертов есть свои поклонники. Когда еще появится шанс услышать, как играет мастер? Наши музыканты с удовольствием работают с такими гостями, ведь это возможность научиться чему-то новому. И зачастую бывает так, что после первого выступления в Чебоксарах музыканты с международным именем возвращаются, но уже с новыми программами. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.